Итак, дорогие друзья, следуем по плану. Значит, мы опсом уже с вами сделали. Теперь нам надо сделать в порядке сложности. Так. Мы возьмем сейчас референс. Вы сразу узнаете, что нам нужно. Так, где у нас десктоп? Вот он. То есть ужишко вот такое. Побольше сделаю немножко. Вот так. Тут двумя способами можно делать. Можно делать способом полигонов. Но я что-то не хочу этим заниматься. Ну, давайте мы с вами сделаем так сейчас. Будет лучше и быстрее. Посмотрим сейчас. Git mod. Выделим сначала объект. Вот так-то. 12 это, наверное, будет многовато. 18, 8 достаточно будет для того, чтобы превратить его в объект, превратить его в mesh. Конвертируем mesh. Так, empty у нас транспарент. Добьемся немножко транспарентности вот такой, допустим. Ну, хотя она все равно мешает время от времени отключать. Ух ты! А как мы так умудрились? А ну-ка назад. Соединилась, да? Зараза какая, ладно. Бывает такое. У меня очень часто. Меж. Уберем сейчас empty. Да, видим, что. Ну ничего, мы сейчас поправим это все. Так, edit mod. Е. Сюда. И тут этот, и этот, скажем, F. Не сработало почему-то этот. Слишком много у нас этих m дистанц. Сейчас еще раз m дистанц и скажем, что это будет 0,6 дистанц, 0,6. Сейчас мы уже не сможем убрать эти лишние. Ну, в принципе, тут можно удалить вот это. Dissolve article. Тут несколько удалить. Хотя эти не мешают. Вот это мешает, вот эти вот. Посмотрим еще, где есть у нас такие моменты. Вот они. Я хотя убрал там вроде бы, но, наверное, не совсем точно убрал. Не совсем точно убрал вот эти.
Где еще? Тут пойдет. Тут не пойдет. Это тоже удалил. Проверяем мне все. Удаляем то, что нам не нужно. Я думаю, что здесь тоже надо поправить. И может быть еще вот тут где-нибудь, да, точно, и тут оно надело делов. Ну зато, конечно, кругло все, это бесспорно. Ну, опасно тем, что когда мы начинаем это превращать в полигон, он начинает ерундой маяться. Так, есть. Итак, у нас есть вот такая вот штука. Давайте мы ее сейчас выделим. Скажем F. Опа. Ну вот, началось. Я же говорил. Так будет лучше. Так, и вот тут есть лишнее, тоже удалим. Теперь она без таких придурочных штук сделает. Да, жить? Ха, жить. Так, я уменьшил количество. Ну, теперь мы с вами можем спокойно сказать F. У меня никаких проблем не возникнет. Теперь Е. Так где-то, да? Окей. Ну и тут выбор у нас, конечно, он такой, что мы можем, или мы скажем subdirection face, и тогда превращается в такую ерунду, да? Ну вот и не надо совсем. Ну, лучше сделаем так. Я еще раз. Так. И теперь вот этой штуке мы применим. Пойдем в объект мет. Вот. Применим bevel. Ну вот так, я думаю, это будет хорошо. Единственное, здесь она что-то натворила. Не без того, да? Ну-ка. Edit mode. Для наших целей, ребята, нам и не нужно особо. Вот тут перекрестилась она, видите? И там перекрестилась, и здесь перекрестилась. Зараза какая. Прыгнем назад немножко. Тут убрать. Все остальное надо сделать само.
Давай. Теперь другой дело. Понятно. Далее, согласно, что она так-то уменьшилась сильно. Да и ладно. Берем трубу. Так, убираем выделение. Берем трубу. Вот, где у нас труба? Вот, цилиндр. Поворачиваем его. Поворачиваем, поворачиваем. R по Y, да? R, Y 90 градусов есть. Далее. Уменьшаем. Где-то так, наверное. Ставим сюда. И выделив вот это вот. Ну, подождите, ребята, вот это мне надо. Смотрим сбоку. Видим, что у нас вот эта штука неровно стоит. Поэтому сразу без всяких задоринок давайте мы ее G по Y подвинем. Оп, нет, не ее, вот это вот. Посередине поставим вот так вот. Ноль. Почему 6? Тоже 0. А. Извиняюсь. Мы не там. И не с теми. Так. Скажем, x 0. Здесь 0. Убираем. Наверное, нам надо будет раздвинуть этот S по Y. Так вот. И давай теперь подвинем ее по иксу. Ножи по иксу вот сюда вот. Смотрим здесь. Да что ж ты неровная такая? Вот это вот неровная штука. Так, смотрим на эту пушку. Да куда она доходит? Почти вот до сюда, да? Окей.
Ладно, пока так оставим здесь. Сделаем дырочку. Вот это вот. И потянули ее. Потом нам нужен будет глушитель еще. Здесь его нет, но нам он нужен. Так, МТ. Смотрим. Давайте выберем эту штуку. Соединим снова. Вот так. Примерненько. То нам надо немножечко повернуть R. Вот. Давайте сделаем сейчас еще. Shift D. По Y, ой, по X. Вот так. Смотрим сбоку. S по X уменьшаем малость. Так, ну, вот так, да. И увеличиваем S. Глушитель ставим на место G. Вот так. Не большеват или? Я думаю, так будет как раз. Теперь всем ясно, что это глушитель. Да, видите? Покажите. Так вот. Великолепно. Теперь смотрим дальше. Нам надо создать вот этот крючок. Создать. Как будем создавать? Ну, тоже, наверное, не будем особо заморачиваться. Давайте сделаем так. Тему крутаса уберем. Берем. Вот. Нет, это так. Нет, это удалим. Пускай будет так.
Теперь мы должны будем пойти вот сюда. Геометрия и сказать экструд. Экструд получился на славу. Может быть чуть меньше. Ну там пускай будет. И после этого спокойно скажем объект, что это у нас не что иное, как mesh. Mesh. Так. И после этого этот mesh давайте сделаем. Уберем вот тут опять. Так. У нас не очень хорошо что-то получилось. Хоть отрезай. Да. То есть. И так, и посередине ставим. Надо еще, наверное, немножко S по Y сдвинуть, поставить G на место. Ctrl-R. Сюда. Ctrl-R сюда. Ну, здесь по Ctrl-R немножечко. Не без того. Замечательно. Так, курок есть. Смотрим сбоку. Да, отлично. Ну, теперь самое, это вернее, ушко готово. Курок теперь сам надо сделать. Сколько времени? Достаточно. Потом все сделаем. Следующее видео. Стоп.